Здравствуйте! Сейчас мы расскажем, как зарегистрировать личный кабинет на сайте «Фабрика Ковки». Зайдите на наш сайт fabrikakovki.ru. В правом верхнем углу сайта нажмите кнопку «Регистрация». Заполните поля «Имя», «Фамилия», «Электронный адрес», придумайте пароль, введите его еще раз. Укажите ваш контактный номер телефона в формате +7. Поставьте галочку, если хотите получать от нас письма с новинками и уведомления о распродажах и акциях. Поставьте еще одну галочку и нажмите кнопку «Регистрация». Вам откроется страница личного кабинета пользователя сайта. Если вы уже являетесь нашим клиентом, то можете пропустить следующие шаги и ожидать уведомлений по почте или телефону о присвоении статуса оптовик. Если вы только планируете начать с нами сотрудничество, пришлите заполненную анкету контрагента, которую вы сможете найти в письме, отправленном нашим сайтом на адрес, указанный вами при регистрации. После того, как менеджер рассмотрит вашу заявку, вы получите уведомление по почте или телефону о присвоении статуса оптовик. С этого момента на сайте вам будут доступны оптовые цены. Если вы вышли с сайта, то прежде чем сформировать заказ, не забудьте войти под своим логином и паролем, которые вы указали при регистрации. Только в этом случае вам отобразятся оптовые цены.